Уотсон экспериментировал над маленьким ребенком с крысой, кстати. Вот, он там сидел, веселился, два ему было с чем-то, крыса забегает, вот, беленькая, пушистенькая, миленькая, он такой, а он такой в гонг, бах, вот, ребенок заорал, после этого, значит, не знаете, что это такое, вот, да, второй раз, третий раз, и после этого у Альберта формируется, он видит белую шубу, и ему становится тревожно. Клетки гиппокампа, связанные с подкорковыми структурами, идентифицируют белую шубу. Для этого даже, ну, то есть он же не понимает, ну, он вот что-то такое увидит, да, то есть это не зрительный образ конкретно, да, конкретная мышь конкретных размеров, там, так сказать, и это. Нет, это вот что-то такое вот, вот как подкорка видит что-то такое, ей достаточно, вот.